И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Николас Крафт, и сегодня мы будем проходить с вами первый Doom, который вышел в 1993 году. Я играю в дополнение, оно называется Ultimate Doom. Оно вышло в 1995 году, то есть 2 года вперед, то есть через 2 года вышло обновление, дополнение, вернее, для первого Дума. Здесь есть дополнительная четвертая глава, вот видите, вот это вот. Кто четвертая, вот это вот. Three Flesh Consumed. Как это так произносится, я не знаю. Естественно, я не мастер в английском. Но вот это вот. Короче, дополнительная глава. Ладно, сегодня мы будем с вами проходить первую главу на вот этой сложности. Она считается средней. Давайте уже начнем. Я не буду тянуть вас. Не знаю, что здесь говорить, потому что это, блин, Doom. Вот. Это Doom. Да, кстати, здесь вот можно нажать вот на эту кнопку. И секрет. Вот здесь вот открыть секретик. Вот. Сейчас я добавлю немножко у себя громкость. Вот так вот громко. Вот. Короче, здесь можно найти секрет. Открыть, вернее, его. Нажав вот эту вот кнопку, которая не ходила. Так вот. Хитро здесь запрятана. Вот. Давайте я вам покажу. Хоп. Вот видите, там открылась. А раньше она была закрыта. То есть это такая секретная дверь. Вот видите, там уже закрылась. Окей. Я не знаю, что здесь говорить, потому что это шутер. Здесь просто нужно стрелять. Поэтому давайте погнали стрелять. А что так, здесь нас ждет. Солдат. Вот этот вот. Который чуть меня не грохнул. Ну, он шучу. Он меня вообще не грохнул, меня даже не задел. Вообще, старый Doom, он самый простой. А самый новый Doom, он самый тяжелый. Вот. Самый тяжелый Doom, это именно вот этот вот. Последний Doom. То есть с каждой новизной, так сказать, Doom становится все сложнее и сложнее. Сейчас вышла Eternal. Вот. Которая немного посложнее, чем 16-й Doom. Но она покруче. Я вообще мечтаю в нее поиграть. Очень крутая вот эта вот последняя Doom. Вот. Нереально крутая. Все такое классное просто. Графон охрененный просто. Вообще мечтаю в него поиграть. Но мой комп, к сожалению, его не потянет, потому что у меня до сих пор стоит моя старая 1050 GTX и i5. 8250U. Не знаю, поняли вы что-нибудь из этого. Короче, это мое железо. Я сижу с ноутапа, потому что... Поэтому у меня индекс процессора U стоит. Вот. И видеокарта у меня GTX 1050. Вот. Старенькая, добренькая 1050. А, такая средняя по мощности. Я специально выбирал средние мощности, чтобы потом накопить на крутой комп. Вот. Я, в принципе, уже начну, наверное, копить на новый комп. Ладно, я не буду тараторить сейчас. Короче. Я нажал? Да, нажал. Что-то я забыл. Извиняюсь за то, что туплю. Потому что я не особо помню здесь, как проходить. Я просто только начал проходить, думаю. Вот, только начал его проходить. А так ты еще его не прошел. Я только первую главу прошел. Вторую еще не начинал даже. Но я продаю ее вместе с вами. Так, я пока что не буду использовать этот пулемет. Чейнган, как его еще называют. Окей. Так. Чтобы пройти уровень, нам нужно пройти вот сюда. Если ждет еще дебил один. Здесь еще один дебил, давайте его убьем. Все, идем сюда. Здесь аккуратно, главное, потому что эта вот зеленая жижа — это яд. Это жидкость. Не знаю, я не разбираюсь в технологии. Хотя это не технологичная жизнь. Что? Технологичная жижа? Что я несу? Какая технологичная жижа? Ещё не знаю. Короче, такая жидкость, которая убивает. Вот, зеленая. На нее лучше наступать, иначе вы просто сдохнете. Все, погнали дальше.
Окей, это третий уровень этой главы. Почему они здесь дохлые валяются, не понимаю. Это потому, что я своего старого диска, который сгорел, играл. И это все сохранилось. Я не уверен. Да, кстати, здесь можно так поставлять их и стрелять двумя дробями. Вот. То есть он стреляет двумя дробями. Если всех подогнать двоих в кучку, да, то их можно сразу двоих убить с одного выстрела. Очень прикольно. Согласитесь? Я думаю, вы согласны. Что убивать одним патроном всех двоих, это вообще, не знаю, трикшот какой-то. Я знаю сюда, я знаю, как сюда попасть. Поэтому давайте. Я уже выучил это место. Там хитро немного. Но я сейчас покажу, короче, как туда попасть. Для того, чтобы туда попасть, нужно нажать вот здесь вот кнопку. Вот она. Нажимаем на нее, и открывается кое-какая дверь. Вот. Помните, ее даже здесь не было. Смотрите. Тихо. Вот меня притормозили. Ну, вы, короче, видели, да? Что здесь вот открывается дверь. Вот старые думают, вот... Очень круто. Вот, серьезно. Старый Doom, он даже самый слабый комп может его потянуть. С 256 мегабайт этим. Что? Почему она не открылась? Ну-ка еще раз давайте. Потому что я точно же знаю, как ее проходить. Так. Давайте отсюда начнем. Хопана. Оп! Видали? Здесь у нас лежит. Вот. Вот. Опа! Как я говорил, вот сюда лучше не наступать. Если вы хотите наступить, то... Блин, что я карту сделал? Здесь можно взять save game. И здесь можете сохранить игру, чтобы попробовать. Я так делаю, это удобно. Всем советую так делать. Качайте игру, она реально крутая. Всем советую. Игруха реально крутая. Ой, далеко я сейчас сделал. И вот, собственно, то место, о котором я и говорил. Я его выучил уже, поэтому давайте его заберем отсюда. Этот Soul Sphere. Это сфера называется. Окей, давайте выйдем отсюда. Уже. Нам снова говорили, что секрет найден. Секрет получен. Вот. Так, у меня нет ни одной ключ-карты, поэтому давайте пойдем сюда. Я еще не хочу сюда сходить, чтобы убить вот этих вот засранцев, которые здесь плодятся. Вот мне нравится вот старый Doom. Не то, что сейчас. Просто ходи, бегай и стреляй. Никакого сюжета даже нет здесь. В первом Doom. Там сюжет только текстом пишется. То есть там ничего не было таких вот, как сейчас, заставок. Вот о чем я и говорил, собственно. Или не говорил, уже не помню. Короче, засада такая. Вот отсюда можно так можно выбраться. Здесь вот можно. Да то чем его, а то он меня бесит. Смотрите. Здесь такая кнопочка. Нам ее нужно нажать. Опа. Чтобы забрать вот такую вот аптечку, хотя я не выбираю ее. Не знаю почему. Потому что у меня. Когда я подобрал Soul Sphere, у меня было 200% в жизни. А когда... Так, извиняюсь сейчас. Извиняюсь, ребят. Короче, продолжаем. Вот. О чем я говорил? Soul Sphere, она добавляет еще плюс 100% в жизни. То есть, если у вас изначально было 100% в жизни, то плюс еще 100 у вас будет 200% в жизни. Прикиньте, вот такая прикольная Soul Sphere. Давайте сюда зайдем. А, я вот себя помочил. Как бы не подумал, так он даже. Ладно, окей. Я вот туда вот не сходил. И сходил, я уже не помню. Да, сходил. Что-то я уже запутался. Так. А, сюда, наверное, надо. Да, у меня есть ключ-карта, что-то тупо, ну, жестко. У меня же ключ-карта есть. Да, в смысле нельзя. Все. Вот, надо уворачиваться от них. Потому что
Я думаю, понимаете, почему он поворачивается. Заходим сюда. И вот здесь вот есть выход. Давайте уже свалим с этого уровня, потому что я уже много времени потратил. Давайте, мочим гадов. Все, их нету. Сейчас разгонюсь. Чтобы вот так выбраться быстренько отсюда. Все, валим. Вот как видите. 28% лет. Я так думаю, что здесь что-то еще будет. Ну вот, Марио, в прошлое время это 9 минут. Или мое прошлое время 3 минуты, что-то забыл уже. Вот это вот очень запутанный уровень. Я долго не понимал, кого пройти, но вот в конце концов понял, кого пройти. Смотрите. Мы идем сюда и мочим гаду. Потом нажимаем на эту кнопку. Надо почему-то зажимать с первого раза. Вот, я не понимаю, что она открывает. По-моему... Смотрите, если мы нажимаем эту кнопку, то есть какая-то вот эта вот хрень. Я понял. Смотрите. У нас здесь есть два костюма комбинезона, да? Чтобы ходить по той зеленой жиже и ничего не бояться. Идите туда. Да, это ловушка, мега-ловушка. Если вы сюда зайдете, то нужно ждать, пока она откроется. А я этого дико как не хочу. Ждать. Не люблю ждать, короче. Я думаю, вы все не будете ждать. Вот. Нет. Что-то не получается. Мне кажется, сейчас чихну. Или не чихну, не знаю. Да, я могу чихнуть, попрыгивать. Вот. Но я этого делать не буду. Поскольку здесь прыгать даже не нужно, по сути. Вот. У меня есть синяя куча карты, поэтому давайте пойдем сюда. Очень путано здесь все на самом деле, потому что это лабиринт. А я люблю лабиринты. Да. Я дико как их люблю. Сейчас у меня закончится эффект комбинезона. Ну, плевать, ладно. Ой, капец, как все путано. Наверное, сюда. Да. Нас здесь ждет моб. Вот видите, путано. Я не вижу здесь о чем еще говорить, потому что я вроде бы уже все рассказал. Что это дополнение? Кто там ревет? Что-то я не понял. А, все, вот, мы нашли видим выход. Дай. О, господи! Напугал. Что-то я забыл об этом помещении. А! Ты че выбрался, а, гад? Нажимаем эту кнопку, и она что-то должна открывать, я не знаю что. Это типа выход? Это выход! Окей. Для начала я хочу посмотреть, что здесь еще есть. Вроде бы ничего больше. Ну-ка. Да вроде бы ничего больше. Все, валим отсюда. И так много времени уже потратил. Итак, мы прошли с вами третий уровень, по-моему, да? Или какой-то уровень. Кошмар, 11 минут потратил. Или не 11 минут, не знаю. Короче, это лаборатория Фобос, это следующий уровень, четвертый. Вот, давайте. Пройдем его. Тоже немного путанный, но я помню, как его пройти. Я уже знаю, как его проходить. Стоять. Сейчас. Стоим. Ну, побери его. Ёшки. Хотя... Давайте загрузим автосейв. Какой из них? Это да. Загрузим сейв. Потому что я это просто ненавижу. Я просто выпрыгнул за пределы карты. Я хотел показать вам, какой я паркурщик. Но в итоге просто не показал, что я нуб паркурю. Кошмар, ребят, кошмар. Смотрите. А, shift. Хоп. Да что ты будешь делать? Ребят, ладно. Не буду показывать, как паркурщик, потому что я все-таки как-то здесь про паркур, я уже сам не помню как.
не буду вас задерживать, давайте уже пройдем на какие-то уровень. Я, наверное, закончу запись. В Дискорде меня достает что-то. В Дискорде. Вот. Все-таки хочу пройти паркуром. О! Получилось! Отлично. Выбираем кучу карту и вот здесь вот. Да, у нас тут козы уже появились. Их, знаете, чем лучше мочить? Пулеметом. Вот так-то. А то они вообще уже оборзели. Окей. Давайте уже выберемся сюда. По-моему, на этом уровне уже нам дают бензопилу. Или что-то. Мне кажется, это как-то палится, нет? Нет. Это тоже как-то палится. Причем сильно палится. Потому что здесь есть пределы текстур, контур вот эти вот. А что здесь? Ага! Еще одна толпа ублюдков. Почему попасть не могу по этой бочке? А, нормально. Опа-на! Не ожидал? Идите отсюда! Идите, я не хочу вас... Я не мечтаю вас видеть, понятно? Здесь нас ждет. Ну, это что это такое? Я понимаю, что это такое. Давайте. Короче, это лифт, который поднимает нас... Не знаю, зачем, но поднимает, короче. Да, он поднимает нас. Отлично, я убил толпу ублюдков. Еще одна пошла. Давайте их замочим наконец-таки, потому что меня уже достали. Почему-то я... Не уворачиваюсь от них. Да, нажимаем на это, и они отпускаются. То есть мы тем самым блокируем их движение, что ли? И когда мы начинаем наступаем сюда, срабатывает скрипт, нас поднимает наверх. Вот. Вот так можем здесь чем-то подобрать, и потом нажмем, что снова спустило. Там точно так же, но... Не знаю почему. Но они почему-то не работают. Это странное место, на самом деле. Табличка. Нормально. Здесь вроде бы все. Не знаю, что это здесь объяснять. Там, кстати, горка, можете видеть. Да, вот за пределы карты можно как-то выбраться, я не знаю как. Если так получилось. А почему я в тот раз не заметил этот секрет? А, можете мне объяснить, пожалуйста, почему в тот раз не написал секрет? Да поднимать мне уже. Да. Это тоже очень палится. Но оно не поднимается почему-то. Я не знаю почему. Да кто там ревет? Ну, это слышите, ребят? По-моему, здесь... Да, вот, смотрите. Козлы. Это плохо, я с ним себе. Здесь у нас страшный коридор, в котором пробираемся. Пытаемся сюда, где мы нажимаем вот эту кнопку, и у нас спускается дверь, может быть, сюда. И у нас здесь опять какой-то ублюдок. Мигающий коридор. Чего рычите на меня, не понимаю. Чего я вам сделал? Не понимаю. О! Ну все. Половину головы прошли. Давайте, я уже наконец-таки закончу на этом. Вот. Поэтому продолжим, ребят, в следующей серии, наверное. А с вами был Янгус Крафт. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте оставить свой комментарий. Всем пока!